Это книжечка Фэри Холмс с подвижными элементами. Вот на первой страничке уже мы можем посмотреть, что там делают феечки. Вот здесь вот таким образом вытаскиваем этот слайдик. Рукой не очень удобно. И вот видим, что там у нас в домике. Кто-то спит, кто-то кушает, кто-то читает. И потом обратненько, оп, спрятали. А здесь текста немного, то есть книжечка больше рассчитана для игры, вот, чем для обучения. Ну, интересно, понравится. Здесь вот так же мы видим, здесь спряталась. Ее надо найти, феечку. Иллюстрации очень красивые. Такие вот красивенькие феечки. Домики у них. Вот здесь мы можем ее вот так покатать. Куда? Или в этот домик, или в этот домик. Куда им надо попасть. Так, здесь у нас слайдик наверху. Сейчас мы его так вот. А, здесь тоже видно, они были за шторками, окошечки. А так мы, оп, открыли и видим, кто что делает. Страничек всего получается разворотов. 2, 3, 4, 5 разворотов. Вот, и здесь вот еще вот такой вот эффект. Покрутить по кругу, и феечки будут вот так вот летать. Все, тут они спрятались. Состояние очень хорошее. Есть потертости на корешке обложки, так как вот вы видели, что книжек много, и они друг о дружку вот так вот трутся. Поэтому не всегда обложка в идеальном состоянии. Вот тут видно есть. Сама книжечка очень интересная.